Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я хочу вам рассказать, как можно у себя на компьютере, либо на ноутбуке установить Viber, мессенджер для мобильных телефонов. В том случае, когда у вас нет смартфона с выходом в интернет, есть просто обычный кнопочный телефон. Я надеюсь, что это видео будет полезно вам, может быть, вашим родителям, у которых есть такая потребность. Так, начнем с самого начала. Если вы попытаетесь запустить Viber в таком случае на своем ноутбуке, на компьютере, столкнитесь с такой ситуацией. Да, вы нажимаете, что он у вас есть, вписываете свой номер, нажимаете «Продолжить». Но опять вам предлагают, зацикливается круг, никак из этого не выбраться. Я вам покажу, как это можно все на самом деле сделать. Я уже рассказывала о программе эмуляторе Android в своих видео. BlueStacks называется. Сейчас я ее запускаю. Так, открылся BlueStacks, и я должна установить приложение Viber. Можно через поиск это сделать, но если уже BlueStacks сам указывает наиболее популярное приложение, выбираем Viber. Итак, загрузился Viber на эмуляторе Android, BlueStacks. Я выбираю «Продолжить». Выбираем страну, в моем случае я выбираю Молдову. Ввожу номер телефона мобильного. Выбираю «Продолжить». Номер вашего мобильного телефона указан верно? Да. Окей. Идет ожидание активации. Выбираю «Готово». Одновременно мне приходит смс-ка с кодом по Viber. Я должна вписать здесь код, я его вписываюсь. Готово. Я буду использовать данные, данные Фейсбука. Выбираю «Далее», выбираю «Продолжить». Давайте попробуем добавить контакты. Нажимаю на плюсик снизу на кружочке «Поиск». Ввожу номер телефона. Выбираю «Продолжить». Так, оказывается, учетная запись моя. Выбираю «Готово». По аналогичной схеме вы можете добавлять в других друзей в свои контакты в Viber. Сейчас суть не в этом. В принципе, свою задачу BlueStacks выполнил. Я перехожу к следующему этапу. Я закрываю BlueStacks. Спасибо на этом. И запускаю Google Chrome. Для чего это делаю? Для того, чтобы вы, если хотя бы раз пользуетесь BlueStacks, вы поймете, насколько тормозит эта программа. Она, конечно, удобная, как эмулятор Android. Но, в принципе, мне нужно только для того, чтобы подсоединить свой номер мобильного телефона к Viber. Больше ни для чего. И в командной строке в Google Chrome я пишу Viber для ПК. Нажимаю Enter, перехожу по первой же ссылке. Открывается официальный сайт, и я нажимаю на Get Viber. Я выбираю папку, куда хочу сохранить эту загрузку, и выбираю сохранить. Загрузка произошла. Щелкаю просто на этом значке Viber Setup XE. Начинается загрузка Viber на персональный компьютер, ноутбук. Я выбираю запустить, выбираю Prepare, нажимаю затем Close. И уже могу с полным правом, появляется в нижней панели меню значок Viber, щелкаю на него. Да, у меня есть Viber на мобильном телефоне. Ввожу номер, выбираю «Продолжить». Идет подключение к Viber. Так, выбираем. У меня не работает камера, что делать? Есть секретный ключ идентификации. Мы его копируем. Скопировать. И себе же отправляю письмо с адресом, с кодом из Viber. Указываю адрес, свой же адрес. Так. Вот я писала. Теперь выбираю «Отправить». Отправить сейчас. Так, письмо ушло. Я закрываю почту и открываю BlueStacks. Загрузка почты прошла. И я открываю письмо с содержанием кода. Я перехожу по ссылке в этом письме. Активация дополнительного устройства. Я хочу активировать Viber на дополнительном устройстве. Ну, выберем. Подтверждаем, да. Выбираю «Разрешить». Давайте теперь проверим. Возвращаюсь я на значок Viber на своем рабочем столе. Ну, вот после того, как я подтвердила свой код активации через BlueStacks, Viber автоматически включается уже на персональном компьютере, приглашает добавить контакты. Давайте я вам продемонстрирую, что здесь все прекрасно работает уже на самом компьютере. Программа BlueStacks свою задачу выполнила, она мне больше не нужна. В данный момент я ее закрою. И у меня уже с версии на мобильном устройстве, с BlueStacks, Viber на персональном компьютере, на ноутбуке в частности, указывает контакты, которые я успела добавить. Я выбираю Дашу. У меня автоматически добавляется в избранную. Ну вот, как видите, сделать это не совсем просто. Нужно запастись терпением. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорых встреч!